Интерес подростков к внутришкольной демократии с каждым годом растет. Владимир Ковалев в седьмую школу пришел 2 года назад из пограничного лицея, где с детства развивал выдержку и дисциплину. За короткое время он добился уважения среди сверстников и учителей. 15 октября 2015 года прошли выборы президента седьмой школы. Всего было 9 кандидатов. Президентом школы стал Владимир Ковалев по результату голосования 428 голосов. У Владимира своя команда и даже свой премьер-министр. После вступления в должность молодой президент сразу начал подготовку конкурса «Мисс Осень». О дальнейших планах и идеях Владимир рассказывает скромно, но уверенно. Праздники, мероприятия и турслеты мы просто будем добавлять их количество и улучшать качество. А из глобального мы хотим вести обратную связь с руководством школы. То есть вести анонимную почту с обратной связью. То есть дети смогут оставлять свои пожелания, предложения, рассказывать о своих проблемах и вопросах, не боясь чего-либо. Такие маленькие победы доказывают, что наше образование развивается и дает возможность молодому поколению уверенно идти вперед.